9 мая в Калмыкии пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». В этом году она состоится в обычном режиме. Последний раз шествие «Бессмертного полка» в очном формате проходило в 2019 году. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акция прошла онлайн на просторах интернета. В этом году, в День Победы, акция в Элисте начнется со сбора участников в 10 часов на пагоде 7 дней. Шествие колонны намечено на 10:40. Жители города понесут портреты своих родных и близких участников Великой Отечественной войны. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно заранее подготовить штендер с изображением фронтовика или труженика тыла. Этот штендер нам распечатали в фотосалоне, прикрепили в рамочку. Мы